Приветствую, мои уважаемые подписчики и зрители канала. Вам никогда не хотелось все бросить и бежать куда-нибудь, куда глаза глядят? Вот и мне так захотелось. Также мне захотелось узнать, что же там находится за городом на сервере, если мы с вами куда-нибудь пойдем подальше. Ну и довольно-таки я уже далеко забежал, даже не знаю. Вряд ли найду дорогу назад. Но жалеть, собственно, не о чем. Отсюда довольно-таки красивые виды открываются. Да и местность такая интересная. Также вы видите, что я установил новый текстурпак. Называется LB Фотореализм. Ну, так скажем, фотореализмом, конечно, здесь и не пахнет. Но, по крайней мере, что-то более-менее интересное я уже вижу. Так, это что такое вообще? Круто. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, еще лестница какая-то. Уж не думал я, что так далеко от этого города что-то будет такое ценное. Вы только посмотрите, сколько ресурсов. Кто-то довольно-таки неслабо поработал, я вижу. Оказывается, не всем нужно общество. Какой-то отшельник забежал сюда. И тут то ли дорога он железная, то ли что такое. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим, что это такое, поисследуем. Так. Ну, на дорогу, по крайней мере, не похоже. На железную просто вот какая-то висячая дорога. Туда пойти или сюда пойти? Давайте вот сюда. Здесь я тем более вижу какие-то вон лодки стоят. То бишь плавают. Узнаем, куда это нас все приведет. По крайней мере, мне уже интересно. Оказывается, не напрасно. Так, вон дом какой-то я вижу. Не напрасно мы сюда с вами прибежали. Да, как вы поняли, на сервере мы с вами уже играть больше не будем. Скорее всего, мы с вами будем играть где-то в этой местности или просто пойдем, куда глаза глядят. Так, какой-то механизм. Крутой. Интересно. А, это генератор камня. Автомат. Круто. А если встать сюда, интересно, будет поднимать или нет? Автоматический лифт. Медленный, правда. Класс. Камня теперь можно добыть сколько угодно. Мне нравится. Мне уже здесь нравится. Так, давайте следуем дальше. Что тут у нас? Какая-то дверь. Посмотрим. Вот это да. Вот это мы с вами забежали. Спуск куда-то вообще непонятно куда. Прям даже не знаю, глаза разбегаются, куда же тут идти. Ну-ка, давайте взглянем здесь. Все глубже и глубже. Куча этажей и пшеничная ферма. Вот это да. А там кактусовая ферма.
Вот это мы изобрели точно. Теперь отсюда и уходить не хочется, откровенно говоря. Голодать наш герой точно теперь не будет. Если, конечно, хозяин не вернется. И не предъявит права на все, что он здесь сделал. Так, это у нас... Тростниковая ферма. Вы только посмотрите, да? Тростниковая ферма и дерево тут растет. Кто бы мог подумать, что все это будет находиться в таком, ну, подвале, шахта, наверное. Скорее всего, это была шахта изначально, и потом сделали из нее, чтобы далеко не ходить внизу. У нас лес растет. Спустился, нарубил. Дальше поднялся на уровень. Пшеница набрал. Еще дальше. Кактусы. Короче говоря, очень удобно. Круто. Что я могу сказать? Ну-ка, давайте еще здесь посмотрим. Да, я вижу, и ресурсов здесь море. Даже не все добыты эти ресурсы. Так, а это что такое? Какие-то саженцы. Странные. С этим новым текстурпаком ты не поймешь, что там посажено, что нет. Так, пшеница, камень, огнево. Кстати, саженец дуба. А здесь у нас тоже камня полным-полно. Угля полным-полно. Да всего, короче говоря, полным-полно. Там я видел еще и печки какие-то стояли. Так, но я отсюда не уйду, пока все не осмотрю. Все-таки интересно. То сколько времени нужно было затратить, чтобы все это построить? Так, ладно. Мы куда-то поднялись с вами еще. А, это у нас, понятно, вон. Та дорога, которая ведет, тоже интересно будет посмотреть, куда же она ведет. И генератор камня, который освещает все вокруг. Там вон еще какая-то дверь. И здесь железная дверь. Так. Мы, конечно, тут шастаем так. Легко и просто. А вдруг здесь где-то хозяин сидит? С луком наготове. Или с каким-нибудь зачарованным мечом. Вау. Так, и там какое-то строение, и здесь строение. И башня, откуда можно свободно наблюдать за монстрами, которые разгуливают. А здесь вообще наблюдательная вышка. Забрался сюда и смотришь, в безопасности. И кстати... Отсюда можно прекрасно посмотреть, но мы с вами пойдем, наверное, вон туда, в следующей серии, посмотрим, что там делается. А в этой серии есть еще на что посмотреть, вот на это строение, и вон там я вижу, на горе какое-то строение. Интересно. Так, ну давайте взглянем, что это за ход у нас, куда это все приведет. Книжные полки, кровать и сундучок. Железная руда, красная пыль. Карта. Вот это уже ценный веник. Слитки, кирпичи. Короче говоря, алмазы. Алмазный топор. Супер. Я думаю, хозяин не против, если мы немножко позаимствуем кое-чего здесь интересного.
Так, а что у нас тут? Нет ничего. Так. Сахар. Яйцо и сырая свинина. А тут у нас грибы. Это что-то похожее на холодильную комнату, да? Точно, холодильник. Ладно, а это у нас... Так, ну это выход на улицу, я пока туда не хочу, монстров там полно. А это у нас... Тоже, смотрите, какой-то механизм. Так, судя по всему... Там у нас зомби шастает. Ага. Так, судя по всему, это тоже генератор камня. Ну-ка. Да, довольно-таки интересно, да? Снизу подает наверх, сверху толкает в сторону. Круто, интересно. Дальше протолкнет или нет? А, все, остановился. То есть дальше он не толкает, только если мы вырубим отсюда парочку блоков, то тогда он снова заработает. Интересно. Типа лаборатория, короче говоря, я так понимаю. Если монстры обложили со всех сторон, и нет никакой возможности выбраться на улицу, сиди себе, камни добывай. Что ж, все интереснее и интереснее. По крайней мере, мне, не знаю, как вам, но мне здесь интересно ходить. Так, тут я видел еще одна дверь какая-то. Давайте здесь пробежимся. Так, коридор туда, коридор сюда. Давайте сюда пойдем. Что за звук? Так, тут у нас лава, водопад какой-то. Выход на улицу. Насколько я понимаю. Вы тоже слышите, да? Какие-то монстры там ползают. Хорошо, что дверь закрыта. Так, но тем не менее, у нас тут еще... Выход на другую сторону. Железной руды. Давайте, пускай плавится. Ну и звуки здесь. Так, давайте посмотрим. У нас куда-то ход еще выше. Ну это типа башня, я так понимаю, опять же. Что-то типа башни. Скорее всего, в горе. С этой стороны мы с вами еще не были. Да, в этих комнатах нет ничего. Ну-ка, давайте заберемся повыше. Он какой здоровый. Едва ли не больше, чем дерево. Так, и похоже, отсюда дальше нам идти-то, собственно, некуда. Вон я вижу какое-то здание. Освещенная со всех сторон. Думаю, самое время туда спуститься и попытаться пробежать. А может даже бежать не стоит, если это тот коридор, который мы с вами в другую сторону пошли.
Да, эти звуки немножко напрягают. Что не говорите, как-то большого желания выбираться на улицу у меня нет. Так, и тут еще какие запутанные здесь коридоры. Куда-то наверх, куда-то вниз. И овца смотрит сюда. А, это мы опять же с этой стороны вышли. Вон у нас дорога. Отличный ориентир, кстати. Ну-ка, давайте сберемся сюда. Куда это у нас ведет? Похоже, тут стекло просто так сделано для того, чтобы освещение было побольше, да? Ладно. Тут мы с вами тоже побывали. Мне все-таки интересно посмотреть. То здание, не здание, а что-то такое вот с этой стороны кажется, которое мы с вами видели сверху. Ну и как раз это продолжение того коридора, который мы с вами не осмотрели. Оттуда мы прибежали, там библиотека. Ну и дом с кроватью. А здесь у нас тоже какой-то коридор. Коридор, который привел нас... Еще одна ферма. Короче говоря, неплохо здесь кто-то окопался, да? Сколько всяких ресурсов. И грибная ферма. Чего-чего, а уж продуктов здесь точно полным-полно. Никакая осада монстров будет нам не страшна. Типа балкона. И скелет. С коровой на пару подружился. Что, давайте выйти повоюем немножко. Отлично, сразу же сгорел. Так, лес тут настолько густой, да? Что монстры не все горят. Или не сразу все горят. А вот это я даже не знаю. Вообще-то раньше я думал, что они только где-то глубоко в подвалах находятся. В шахтах. Оказывается, я ошибался. Они запросто ходят по поверхности. И кажется, солнце им абсолютно никакого вреда не причиняет. Ну, по крайней мере, вот эти мелкие нам не помешают. А вот этот вполне может подпортить здесь поверхность. Ладно. Тут я видел огромного. Вон он. А вон еще один. Просто ужасный монстр. И вон еще один. Да что здесь за местность такая? Вот только взгляните, да? Что делается? Откуда они здесь налезли? Может, тут какая-то шахта или пещера, откуда они все выползли? Похоже, да. Похоже, мы как раз с вами в эту шахту сейчас и забрались. Да нет, нельзя сказать, что она слишком глубокая, да? Или все-таки... Да, шахта глубока, но я думаю, что мы туда с вами спускаться не будем, так как везде здесь все освещено и, скорее всего, там ничего интересного нет. Может, я ошибаюсь, не знаю. У нас с вами еще будет время пошастать по этим шахтам. Если совсем уж будет нечего делать, так скажем. Так, ну давайте заберемся повыше и посмотрим вообще, куда мы попали. Вот это я забежал.
Короче говоря, на сервер возвращаться мы, скорее всего, уже с вами не будем. Предыдущая серия — это была последняя серия по серверу. Мы будем исследовать вот этот вот мир, куда мы попали с вами. Так, сейчас заберемся повыше. И отсюда уже посмотрим. Так, вон то здание, в котором мы с вами были, и эти мелкие этажи. Там вон, мы видим, монстры шастают, лава. С этой стороны вроде бы больше ничего ценного я не вижу. А вот с этой стороны давайте взглянем. Да, вон та башня, где мы с вами были. И вот это вот еще какое-то строение. Освещенная. Там он, я вижу, тоже какие-то двери. Вон еще что-то освещено. Короче говоря, здесь действительно есть что посмотреть. Куда пойти, куда податься? Ну что же, я думаю, что на этом мы с вами будем прощаться, встретимся в следующей серии и будем исследовать дальше этот мир. Будем надеяться, что он уже заброшенный и что хозяин нам не встретится. А если и встретится, то не осерчает, что мы здесь с вами шастаем. Также мы с вами пойдем вон туда. Мне все-таки интересно, что же там. Мы здесь сколько с вами уже всего интересного увидели. Кроме того, вон там еще какая-то дверь. Уж не говоря о том, что мы можем с вами увидеть дальше. Может, там еще какие-то строения. Еще какие-то ресурсы. Да и вообще здесь довольно-таки интересная местность. Первобытная и первозданная. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Да, кстати, давайте взглянем на карту. Довольно-таки много мы с вами уже тут открыли, да? Или хозяин открыл. Ну и открывать тоже довольно-таки много еще осталось. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.